Тотальная журналистика в Уфе. В первую неделю апреля федеральный еженедельник «Русский репортер» устраивает в столице Башкирии всероссийский научно-практический семинар. В Уфу приедут более 100 репортеров со всей страны. Подробности проекта узнавала Алена Заворотняя. Медиаполигон 24. Проект, опробованный в Новосибирске, Казани и Екатеринбурге, в начале апреля приезжает в Уфу. С 1 по 6 апреля самые известные журналисты города и лучшие корреспонденты и фотографы «Русского репортера» будут бесплатно обучать мастерству своей профессии. В Екатеринбурге был медиаполигон осенью 2012 года. Я в нем приняла участие, прослушала мастер-классы и решила, что этот проект можно привести в Уфу. У нас долго были переговоры с «Русским репортером», и в итоге федеральные журналисты решили, что следующий медиаполигон точно приедет в Уфу. Занятия пройдут на базе Башкирского государственного педагогического университета. Здесь уже выбраны самые современные аудитории. Руководство вуза считает, участники проекта смогут не только получить новые навыки, но и студенты, возможно, обретут новую профессию. Мы достаточно долгое время являемся кузницей кадров для средств массовой информации республиканского уровня. Очень большое количество наших выпускников работает на телеканалах, в печатных изданиях и других средствах массовой информации. Поэтому участие в подобном проекте является логичным продолжением становления профессиональной карьеры наших выпускников. 5 апреля журналисты и фотографы должны будут на практике применить все полученные знания. Участники проекта разъедутся по так называемым точкам Уфы и целые сутки будут рассказывать о событиях из городских больниц, пожарных станций и других не менее важных объектов столицы. Все подробности проекта, а также информацию о том, как стать участником медиаполигона, можно найти в группе ВКонтакте «Уфа-24». Алена Заворотняя, Эльдар Хайруллин, РЕН-ТВ, Уфа.